Заходишь ты такой в Suspects, открываешь магазин, листаешь до алмазов, нажимаешь купить, а оно не покупается. И ты такой: Саня, ну я не могу донатить в эту игру, мы вообще в принципе не можем донатить. Но что если я скажу вам, что донатить теперь можно? После этого видео ты сможешь донатить в любую игру, а так как мы играем в Suspects, то в Suspects, само собой, ты тоже сможешь донатить. Специально для вас, ребята, я нашел способ, как можно донатить в Suspects. И я уже проверил этот способ, и донат пришел ко мне на аккаунт. Ребята, можно покупать акции, можно покупать в принципе вообще все, что есть в магазине, и это даже выходит дешевле, чем тот донат, цена на который установлена в самой игре. Для того, чтобы задонатить в Suspects, вам просто-напросто нужно перейти в мое описание и найти там ссылку на специальный телеграм-канал. Через него, ребята, вы сможете донатить в Suspects, при этом дешевле, чем это стоит в самой игре. Способ уже проверенный, ребята, надежные, отзывы и все остальное есть там прямо в группе, сразу выкладывают скрин с тем, что задонатили вам на аккаунт, то есть все происходит в индивидуальном порядке. Так что донатить в Suspects теперь можно максимально просто. Вот ты захотел купить Стива, просто перешел в Телеграм, говоришь: я хочу себе золотой пропуск. А при том, что если ты ни разу не донатил на аккаунт, то ты донатишь дешевле, при этом получая алмазы, при этом получая редкого персонажа Ларри, акцию на него, и вдобавок ко всему еще бесплатный золотой пропуск. Это самая имба. И вдобавок ко всему, у тех, кто вообще никогда не донатил, у них есть еще и бонусные алмазы, которые удваиваются. Ссылка на этот магазин находится в описании. Переходи, общайся с поддержкой, покупай, все происходит максимально быстро. 24/7 там работают люди, которые донатят прямо тебе на аккаунт. Ну а мы поехали дальше к этому видео. Итак, ребята, у нас вышел Стив. Это у нас как бы второй сезон, но это 14-й. Если мы сейчас откроем золотой пропуск, у нас здесь 14-й сезон. Но, как мы понимаем, это второй. И вопрос у большинства, наверное, нашего комьюнити: что же будет дальше? А я вам скажу, что будет дальше. Дальше, скорее всего, будут выходить сезоны точно в таком же порядке, как они выходили с самого начала. По сути, у нас не 14 сезонов, у нас в игре в общем 12 сезонов, и они теперь начали повторяться. Просто сезон после 12-го идет 13-й, просто он так называется, но по факту он первый. Если у вас не было Стива, если вы не покупали эти золотые пропуски еще до того, как они выходили в самом начале, то, ребята, эти пропуски, они самые выгодные, потому что в них больше всего наград и больше всего бесплатных наград. И это еще я не говорю про бесплатные алмазы, которых тоже больше, чем в последних пропусках. Как вы помните, ребята, в последних пасах вообще разработчики забили на бесплатные награды, их там практически нет. Но вот именно в этих пасах, которые были с самого начала, они самые щедрые. Поэтому, если вы уже задумали задонатить, то обязательно донатьте именно на эти пропуски. Теперь, что касается обновлений по нашей игре. Ребята, разработчики пока не дают точного ответа, что будет дальше с нашей игрой. Пока что они либо копят какие-то средства для будущего обновления, потому что реально дохода у них на эту игру практически нет. Поэтому они просто ждут того момента, когда у них насобирается определенная сумма, для того, чтобы можно было опять-таки вернуть наших разработчиков, заплатить им их зарплату, и они начали обновлять нашу игру, добавлять все то, что они нам не добавили до этого. Поэтому у нас и выходят вот сезоны, повторяющиеся один за другим. Надеюсь, что ждать осталось не очень долго. Все-таки игра стоит того, чтобы ее развивать. Также скоро на моем канале опять-таки откроются розыгрыши на редких персонажей, как и было задумано изначально. Потому что у нас была такая информация напрямую от комьюнити менеджера, что нам дают возможность разыгрывать персонажей. Пока что нам просто не выдали еще форму, по которой мы можем отправлять на ваши ID вот этих редких персонажей. И поэтому, ребята, у меня такое количество алмазов на аккаунте, потому что просто разыграть я их никак не могу. Но как только эта форма появится, я надеюсь, уже очень скоро, мы начнем сразу же разыгрывать для вас редких персонажей. Ну а пока еще этот розыгрыш не начался, напиши обязательно в комментариях, какого бы редкого персонажа хотел бы именно ты. Все-таки я надеюсь, что эта игра до конца года покажет еще себя, что она еще себя проявит, что выйдут какие-то крутые топовые обновления, нам добавят новую карту, хотя бы одну из всех тех, которые там есть, ну и, конечно же, легендарочек новых нам подвезут, ну и, само собой, новый сезон, наконец-то, с новым персонажем, да и вообще, в принципе, разработчики должны открыть новых персонажей, которых у нас нет в игре, но они как бы есть в игре. Я лично очень жду этих персонажей, потому что мне хочется на них поиграть, они очень крутые. Сразу же одна подсказка: там будет брат Пигги, и он выглядит просто улет.
поочередно. Еще одна подсказка, я краснею. В общем, подсказок пока что для вас хватит. Там еще, конечно, много всего, но пока что две подсказки я вам дал для этого видео. Вот вам пища для размышлений. Значит, хорошие новости у нас пока что такие. Донатить в игру теперь можно с помощью специального телеграм-канала, который находится в описании. И, само собой, скоро должны выйти обновления. Пока что нам остается только чилить и просто наблюдать за тем, что происходит дальше. Ну а ты, не забудь поставить лайк, подписаться на канал и нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и конечно же теперь, так как вы все можете донатить, не забывай про самый топовый код автора Слоун в настройках игры. Ну а с вами как всегда был Саня Слоун. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.